Сегодня у рыболовов-спортсменов Объединенных Кировоградской областной федерации большой праздник. Отборочный тур чемпионата Украины по ловле на мормышку. По результатам этих соревнований будет формироваться сборная для выступления на чемпионатах и кубках Украины в следующем сезоне, то есть в сезоне 2017. Вот будет составлен рейтинг. Кроме наших соревнований, там учитывается еще два выездных соревнования. Вот там, например, чемпионат Харьковской или там чемпионат Николаевской области. Вот, и формируется сборная из 5 человек, которые представляют уже нашу область на всеукраинских соревнованиях. Проверяем, чтобы не было рыбы. Внимание, входим в зону. Минутная готовность. Старт. У них есть специальные флажки. Они отмечают свои лунки. Сейчас будут производить закорм и ловить. Кто будет быстрее, тот и победит. Рыба приблизительно одинакового веса, одинакового размера. В основном плотва и окунь. Данный чемпионат проходит под эгидой Кировоградской областной федерации рыболовного спорта. Вот, регламент соревнований 2 тура по 2 часа. Перерыв час. Для соревнований выбирается участок водоема, который максимально однородный. То есть вот здесь вот мы специально ходили, промеряли, вот здесь вот в зонах глубины колебаются 2,5 до 3 метров. При этом понижение плавно, никаких резких бровок нету, водорослей в корях нету, то есть какого-то локального скопления рыбы нету, рыба распределена равномерно. Благодаря этому во время тура, во время соревнований побеждает тот спортсмен, который быстрее всех ловит, быстрее всех перемещается, быстрее всех подстраивается под ловлю, вот, быстрее принимает правильные решения. То есть где ловить, как ловить, что ловить, на что ловить, чем прикармливать. Кроме того, рыболовые спортсмены ограничены во времени. То есть это не просто ловля там, как бы половил, потом пошел домой. А здесь у нас четко есть регламент, вот, и благодаря этому мы контролируем и просчитываем свои действия наперед. Потому что у нас время ограничено, мы знаем, что через, там, грубо говоря, через полчаса тур закончится, и нам нужно успеть еще там проверить этот лунок. Подсчет идет по бальной системе, ну, по классической, так сказать. Побеждает тот человек, который за тур поймал больше всего рыбы. По весу. 122. Берест Михаил. Его 565 грамм. Третье место. Кубанский Виталий. Второе место. Берест Михаил. Чемпионом Кировоградской области по ловле рыбы на мормышку 2016 года становится Голубицкий Антон. Ура! Сегодня мы провели 6-й чемпионат Кировоградской области по ловле рыбы со льда на мормышку. Участие приняло 19 спортсменов. Это спортсмены из города Кировограда, из Долинска, из Александрии были сегодня у нас спортсмены. Вот. Должны были приехать ребята со Светловодска, но в связи с погодными условиями не смогли они добраться. Вот, как бы, ну, в принципе, 19 человек – это лучшие представители мормышечного спорта в нашей области. Эмоции на самом деле очень положительные. Я очень, как бы, многое время к этому шел. Очень много затрачено на это сил, очень много желания было, на это ушло. Какие планы на будущее? Мы на следующих выходных из сборной Кировоградской области едем в Харьков на чемпионат Украины по ловле со льда 2016. Конечно, мы встретимся с гуру вообще рыболовного мира, со всей планеты. Планирую получить очень большой опыт, там, пообщаться с
великими, так сказать. Ну и попытаться там что-то куда-то занять, так как 15 человек, если я не ошибаюсь, потом приглашаются на отборы в сборную Украины для участия в чемпионате мира по ловле со льда, который будет проходить в конце зимы в городе Тернополе. Пожелаем тебе удачи в твоих стремлениях, новых побед. Да, спасибо.